Сотни людей собрались у здания суда в Ницце в знак поддержки французскому фермеру. 37-летнему Седрику Эрру грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч евро за помощь мигрантам. На своем автомобиле ранее фермер перевез свыше полусотни из них во Францию, а затем незаконно разместил всех в бывшем летнем лагере. По словам Седрика, он помогал в основном детям и делал это бескорыстно и добровольно. Приговор по делу Эрру ожидается в феврале. Закон против меня, против помощи людям, оказавшимся в беде. Значит, нужно менять законы. Они должны создаваться на благо общества, чтобы люди могли жить в единении, друг с другом и гармонии.